Ивана Барзикова. Все верно. У нас есть любовница Ивана Барзикова. Это ты, зовут тебя Полина. Ты так громко называешь любовницу, у них фиктивный брак. Я не сказала, что с моей стороны это было фиктивно. С моей стороны чувство к человеку. Ну, а почему с которыми он не почитался, получается. Ты с Ваней встречалась? Да. Ты с ним спала? Конечно. Но потом он сделал тебе предложение, вы поженились, правильно? Да. Ну, расписались. Угу, так? Расписались. Где фикция, я понять не могу. Со словами, это будет фиктивный брак. Не могу человека заставить жить собой. Просто Ваня знал изначально, как я к нему отношусь. Для меня не просто так пойти с человеком расписаться, поставить штамп в паспорт. Зачем? Я бы все это не делала. Полин, ну давай представим гипотетически, что правда, ты веришь в то, что это там фикция, не фикция. И с другой стороны немножко посмотрим. А если... Ну, в твоей логике, допустим, вариант, что все-таки Ваня тебя обманывает. Я сейчас пытаюсь с тобой поговорить не как с участницей, а как с женщиной. Как с женщиной, ты меня сидишь и оскорбляешь. Как я тебя оскорбил? Любовницей называешь. Зачем? Любовница это кто? Который спит с женатым мужчиной, да, правильно? Да. Первое, я с ним не сплю, второе, у него эффективный брак. А чего будем добиваться, не добиваться? Первое, я хочу, чтобы Ваня с Ритой поговорили, так. Чтобы Рита перестала плакать. Так. Чтобы они поставили точку спокойно, нормально. И потом уже с Ваней будем решать, что нам делать. Ну, то есть развод. Они уже решат сами, я ничего не требую. Ух ты, ты куда намылилась? Серёха. Стоять. Никогда у меня сестру на любовницу называют. А? Мне... Привет. Ну, я ж ты хорошая. Как называют тебя? Медсестра любовница. Медсестра любовница. Ты влез в брак. Серьезно? Для любовницы медсестры вообще есть отличный букет. Давай, ну я не хочу этот цирк. Да пойдем, какой цирк, ты что? Она плачет, говорит, что у вас брак любви. Он всегда называет меня любовницей. Я сижу и думаю, что... Да ты Владика это какой, не слушай.